Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня буду по заказу делать креветки. И заказ этот я получил от подписчиков. Антон просил, другие подпросили. Ну, в общем, по своему рецепту. Лично по своему рецепту. Сырые. Это сырые, никаких первой обработки, ничего. Это сырые креветки. Так что вот сегодня будет такой рецепт. И мы начинаем. Для этого я купил вот килограмм уже очищенных креветок. Один лимон мне нужен. Ну, я уже, поскольку выдавил сок, то лимон нужен. Два чесночка, перчик остренький. Соль, перец и сладкий чили, соус, оливковое масло. Ну все, и будем готовить. Это быстро, это очень даже быстро, потому что креветки готовятся всего 2-3 минуты. Итак, берем чеснок. Без чеснокодалки. Это чтобы там был аромат самого соуса. Вот. Все. Начинаем. Включаем нашу золотую печечку. Вот так где-то. Наливаем масло. Где-то около грамм 25. Вот. Маслица. Пусть оно немножко нагреется. Все. И бросаем сюда чеснок и перчик. Вот он сразу аромат. Ох, пошел аромат. Теперь выливаем лимонный сок. Все это нагревается. Ой. В таком соусе я бы тоже вместо креветки пошел на такой эксперимент. Немножко перца душистого. Вот. Кисло-сладкий. Где-то тоже пару столовых ложек. И это уже услышался запах и аромат Азии. Итак, наш соус готов. И мы бросаем сюда креветки. Креветки должны, ну, буквально 3-4 минутки, чтобы они сразу стали непрозрачными. Все, вот уже креветочки начинают белеть. И скоро они будут уже готовы. Их нельзя пережарить, потому что они будут резиновые. А так мягенькие, на грани такого вот. И креветки я солю всегда в последнюю очередь. Почему? Чтобы она не выходила влага, вся эта, а сок оставался там. И сильно их солить не нужно. Их само море уже насолило.
Вот. Смотрите, ребята, завидуйте, кто любит такие морские все прибамбасы, как креветки, кальмары. Вот. Это я буду кушать в одиночестве, поскольку Лена не любит у меня этих морских гадов всех. Вот. Вот прошло уже 3 минутки. Прошло уже 3 минуточки. И вот вы видите, что у вас на глазах они стали все белые. Вместо прозрачных. Все. Мы выключаем этот прибор нагревательный. Берем тарелочку. И вот. И сок отсюда. Вот. Так вот. Поливаем. Ну вот, дорогие мои, блюдо готовое. Вот какие красавицы. И мы, как обычно, креветки без пива, это как бы совсем никуда. О. Пейте пиво пенное, будет морды у вас здоровенные. Будьте все здоровы и приятного вам аппетита.